Вместо того, чтобы покупать оружейный кейс на барахолке и тратить от 6 до 9 миллионов, ты можешь забартерить его сильно дешевле. Понадобится третий механик. Заходим к нему и выбираем бартер за электронику. Суммарно этот бартер обойдется нам в 900 тысяч, может в миллион. Либо же на короне егеря можно выменить от кейса на канистры и пистолетные кейсы. Но канистры перед этим можно использовать. А кейсы при желании сэкономить можно выменить у терапевта. Итак, мы получим оружейный кейс за 800 тысяч.